Мотосезон уже закрыт, и тем страннее увидеть на улице мотоцикл, и тем страннее увидеть мотоцикл, участвующий в гонках. Да еще и... Впрочем, не буду раскрывать всех секретов следующего сюжета, и почему он называется именно так, поймете сами. Так выглядит гонка, если смотреть на нее глазами самих участников. Камера, установленная на одном из шлемов, переносит в самую гущу событий. Зрелище завораживает, но еще зрелищнее выглядит все со стороны. Глаза вас не обманывают, у мотоциклов действительно есть коляски, и в них на своих двоих стоит еще один участник, так называемый колясочник. Он отвечает за баланс и распределение веса на все три колеса. Просчитается, вылетит с трассы, и он, и товарищ, и мотоцикл. Вся трасса в опасности. И прыгаешь иногда, если в прыжке, и если в колеснице не вовремя где-то что-то среагировал, то можешь в полете перевернуться. На вираже тоже так же. Тоже может выкинуть за вираж и выбить. И прямые тоже на правильно стойку выбрать. Потому что может выбить руль, и все, и перевернется. Здесь важно работать в унисон. Пилот контролирует скорость, сцепление, газ. Колесничий, колясочник или, как их тут называют, обезьяна, загружает с собой правый или левый борт мотоцикла. Владимир Кузнецов – пилот, ветеран подобных гонок. С юности на двух колесах и сейчас не уступает молодым. Хотя в его 63 года давно могли бы уже списать на пенсию. Однако характер не позволяет Владимиру Дмитриевичу перейти на тренерскую деятельность. Только участие. Перед каждой гонкой готовится, как в последний раз. Перед соревнованиями всегда вообще-то физически обязательно должна подготовка, физподготовка быть. Это надо обязательно руки накачать, ноги накачать, чтобы мышцы не забивались. Едешь, здесь мало, 15 минут, а на более таких серьезных соревнованиях там по 30 минут, по 20 ездят. Там как бы физически должен готов быть. По условиям гонки на трассе с прямыми поворотами и горками носится сразу несколько экипажей. Стартуют одновременно. Уже на трассе опыт позволяет некоторым выйти вперед. За красоту прыжков тут очки не добавляют. Хотя поймать такой кадр – отдельная удача для фотографа. Экипаж Кузнецова сегодня стал четвертым. До бронзы не хватило нескольких секунд. Но, кажется, никого это не огорчает. Это азарт, это вирус. Если только начали заниматься, я вот и сына своего приучил. Если он начал заниматься мотокроссом, он этот вирус поймал, все, его уже не оттянешь от руля. И он тоже, вот было падение у него, он руку ломал, открытый перелом, и все равно мама, бабушка не разрешает. Но он пошел как бы в меня весь такой тоже, начал заниматься. Опять человек уже когда почувствует себя на старте и всю вот эту гонку, весь азарт в этот выплеснет. Потом такие эмоции после всего этого. И хочется жить, и так далее, и так далее.